В это же время лидер французского национального фронта Марин Ле Пен заявила о том, что незаконное правительство Украины должно ответить за военные преступления. «Сегодня в Украине мы вынуждены иметь дело с правительством, которое незаконно пришло к власти в результате революции на Майдане и теперь подвергает гражданское население бомбардировкам в Донецке и Луганске», – сказала Ле Пен. По ее словам, это военное преступление должно было бы вызвать крайнее возмущение у всех защитников прав человека, которые постоянно выступают с противоположной точкой зрения во французских СМИ. Также она отметила, что США преследуют цель спровоцировать подлинную войну в Европе, намереваясь вооружить Украину и довести зону НАТО до российской границы, тем самым усиливая свое влияние в Восточной Европе. Ле Пен считает, что США добиваются вступления Украины в НАТО, а нынешнее украинское правительство действует в соответствии с указаниями Вашингтона.